Добрый день, уважаемые зрители. Добро пожаловать обратно в Европа Универсалис 4, в которую я не могу перестать играть. Так, на чем мы остановились? Остановились мы на войне с османами. Но это не наша война. Это война, которую начали Каракаюнлу и позвали нас как своего союзника. Ну, у нас даже постепенно восстанавливаются рекруты. Учитывая, что мы находимся в активном состоянии войны, это очень даже неплохо. Так, флот. А здесь мы сейчас займем. Видите, откуда взялись? У меня где-то еще армия была. А, я ее отправил в Мюнхен, точно. Так, здесь мы снимаем осады. И надо будет потом накрыть вот эту армию. Ок. Нет. 4 года еще, да, есть в запасе. Не будем пока торопиться. Если нам нужен будет советник, тогда имеет смысл взять. О, у нас же мегафлот теперь, точно. Так, показывать в окне и ставить паузу. Ок. Мегафлот, который теперь топит вражеские флоты. Или иногда забирает их себе. Мы угнали большой корабль. Торговый спор с Джандар. Офигеть. Мы угнали линкор. А, нет, стоп. Вот сюда. Так, перемирие с Махрой подошло к концу и с Армузом. Поражение мы выиграли, ничего не захватили, но два корабля потопили. Ок. Копировали. О, куда они делись отсюда? На корабль погрузились? Лови! Жалобы на местных чиновников. Наши чиновники в провинции Юрьев прославились как жадные и жестокие люди. Местное население просит отстранить их. Они должны быть казнены. Легитимность минус 10. Проигнорировать жалобы. Стабильность минус 1. Тут это даже не смешно. Вон там флот вижу. Прекратили улучшать отношения с Дитмаршином. Так, это надо тоже на паузу ставить. Хорошо. Кто у нас следующий? Что там было? 7,2. Улучшить. Подожди. Как это прекратили, если у меня нет свободного дипломата? Военная коалиция Сиена покидает. Отлично. Оккупировали здесь. Замечательно. Да, осада Минга закончилась. Окей. Мне нужен дипломат. Андрей, тебе придется немножко подождать. Лох победил. Мочи следующий. Наши дипломаты прекратили улучшение отношений с кем-то. Еще один флот вынесли. Эти куда там? А это кто такие? Мой флот? Окей. Взяли порт, отлично. Четырнадцатый технологический уровень. У меня 15-й. Мой форт. Может, у меня есть шансы их там выбить. Так. Все? Нет? Да? Нет? Может быть? Не чинись. Мехват взяли. С поддержкой точно выбьем. Так,
Чагатайские сепаратисты. Давай ты вот здесь тормознешь. Оккупировали. Есть. Лесбос и Сакис. Командир покинул нас. Генерал Семен Партрики больше или более не служит нам. Платон Фермер. Очень хорошо. Пошли. Галлий там тоже творит беспредел. Ну, я так хотел посмотреть, что там будет. Да, мы их вон одной армии выносим. Вторая армия еще даже не подошла. Патриархи более не подвержены влиянию модификатора, созван совет. Ок. Вообще, с легкостью мы их вынесли. Стэк вайп. Теряли всего 3000. Офигенно. Так, ты... нет. Ну ладно, да, ты. Иди сюда. Ты. Снимай осады. Катманду. Можем уже открыть... 16 уровень в дипломатических и административных технологиях. Но мы еще на 3 года опережаем. То есть мы за это переплатим 30%. Минус 5 от влияния соседей. То есть кто-то из соседей уже имеет 16 уровень технологий. Давайте не будем торопиться. Мы еще успеем. Экспедиция завершена. Начинаем следующую. Стоп. Обновить тебе не надо. Нет кораблей, которые можно улучшить. Окей. Африка, Африка, Северная Америка, Океания, Океания, Северная Америка. Африку давайте откроем. Так, ты здесь помещаешься. Ну что? Что ты здесь делаешь? Хороший вопрос. Они у них взяли территорию, отделенную от своей территории. Идиото. Бенгалия. Так, улучшили отношения с союзом трех лик, отозвать. Так, и двоих могу отправить. Одного в Фландрию, по-моему. Зальцбург, Голландия, Ландсхут. Фландрия. Улучшить отношения. 22-26. А, еще же вольные города. Здесь князья, здесь вольные города идут отдельно. А что это за... сперматозоид такой у них тут. Франкфурт. Улучшить отношения. Ты. Выделить. Туда. Бум-бум-бум-бум-бум. Нахлобучили повстанцев. Отлично. Так, я думаю, можно начать выплачивать. За 3 мы выплатим 3900. Ок. И осталось еще 2. Бегство реформатов. Реформатские еретики из провинции Чили пересекли границу в надежде найти убежище в провинции Вараст. Скорее всего, державе цели
имеет к этому прямое отношение. Как они посмели? На 5 лет будет действовать модификатор «Религиозные гонения». Доход от налогов в провинции минус 75%, минус местная эффективность миссионеров плюс 3%, число рекрутов в провинции минус 75%. Изменение, мнение державы России о державе Целе изменилось на минус 25. Сняли. Окей. Так, ты, ну-ка иди вот эти вот единички вынеси. Так, как у меня здесь было? Гелиболу. Что такое, да? Так, это кто? Албания. Ну да, желательно иметь выход до Албании. Это можно не брать пока. Это можно не брать. Хотя... Это нас, нам даст выход на Венгрию. С другой стороны, у нас здесь есть выход на Венгрию. Если я от этого откажусь. И от этого. Нет. Ну, значит, продолжаем. Сражение выиграно. Но они сбежали просто. Ну, тогда стой и не давай им оттуда выйти. Эти ребята чинятся. И давайте их обновим все-таки. 20 кораблей за 422 монеты. Окей. Так, здесь мы закончили. В обход Гималаев идем. Продать титулы? Нет. Так, здесь мы взяли. О, они сюда больше кораблей привели. Да нам нужно оттуда уйти. Через несколько дней только. Но это уже будет поздно. Нас полностью потопили. Сволочи. Окей. Спекуляция в городе Архон. Жители города Архон устали от влияния жадных камских купцов, которые, по словам местных, используют свои нечестные преимущества для победы над местным бизнесом. Они хотят, чтобы мы вмешались и принудительно сократили влияние иностранцев в регионе, а также восстановили привилегии наших собственных купцов и ремесленников. Если мы ничего не предпримем, они могут решить вопрос своими методами. Так, отношения минус, местные беспорядки минус, локальная местная торговая сила плюс, местное производство минус. Либо местные беспорядки плюс, местная торговая сила минус, производство плюс. Первая опция. Так, 23, а надо 28, да? Это вот, наверное, твоя как раз пятерка. Так, разреш... Нет. Нет. Ладно, чинитесь. Мы не пойдем. Видимо, придется идти в Тунис и в Бенгалию. Ну, к Бенгалии мы здесь уже подходим. Так, один свободный есть. Ну, давайте. Командир покинул нас, Олег Хабаров. Никита Синявин. Окей. Мы получили Касус Белли присоединение к империи против Дофини. Сепаратисты очередные. Где сепаратисты? Здесь.
И помоги здесь разобраться с сепаратистами. Будет кровь, Португалия против Вичиена. Больше не претендуем на территорию. Очередные сепаратисты. Ирвана. Майнские дворяне. Право прохода нет, нет. Нет. Умер советник Олег Орлов. Печально. Он давал нам дипломатическую репутацию. Другого на дипломатическую репутацию у нас нет. Стоп, а это какой? Дипломатический. А мы можем скидку получить на административного, да? Организация шпионской сети, колониальная дистанция, эффективность торговли, боевой дух флота, доход от пошлин. Пошлин у нас, по-моему, нету. Нету. Ну, тогда возьмем Кирилла Челюскина. Эффективность торговли. Осада Катманду завершилась. Отлично. Так, с этими мы не воюем. Идем в Тим... Что это? Тирхут. Обратили в Вяшенскую. Хорошо. Так, здесь закончили. Вперед. Черт. Так, с этими мы не воюем. Здесь мы... А, можем вот так пройти, да? Отлично. Ты сюда. Ты единица. Снабжения хватает. Отлично. Мы не восстановились. Закончили колонию Ияк. Отлично. И меньшинство из провинции Новгород было выслано в колонию Яки. В городе теперь проживают новгородские подданные, исповедующие православие. Меньшинство также увеличит развитие колонии на 3-2-3. Вау. То есть нифига себе, здесь стартовое уже 14 развития. А в Новгороде мы при этом не потеряли. Когда мы их высылали, насколько я помню, было 42. Потеряли. То есть мы отсюда развитие отправили туда. Окей, тогда это меня не устраивает. Я бы его лучше здесь оставил. Мы здесь даже торговую компанию не можем сделать. Торговый центр Калифорния. Это все Калифорния. Окей. 707 дней, блин. А что-нибудь побыстрее нельзя? Здесь мы уже не можем высадиться. Здесь уже все занято. Да, мы не дотягиваемся. Хотя двигаться сюда меньше, чем туда, на Аляску. Можем вот здесь попробовать занять кусок. Давайте попробуем отправить колониста. Так, так, так. Есть. А, ну дождись уже эту парочку. Обратили еретиков в Ладаха. Ладах. Плюс 0,9 престижа. Осада Тирхута завершена. Так, ты сюда. Ты. Сюда, видим. Где у них столица? Здесь? Да.
Окей. 72%. 73%. Мой счет 35. Почему 35? Я оккупировал всю их территорию. Почему я не имею большего счета? Цель войны Генсе — занять национальную провинцию. Генсе — это где вообще? Ну, здесь. Окей, ладно. А, потому что вот, да. Каракаюнлу здесь удерживает. Окей. Так. Пум-пум-пум-пум. Охота за вражеским флотом. В Средиземноморье, да? Иди, охоться. Оп. Отлично. Минус один. И это удачнику мы заглянули к ним на огонек. Так. Туда. Право прохода от Систана. Нет. Франкфурт покидает коалицию. Отлично. Сражение в заливе Таранто. Вынесли вражеский флот полностью. Замечательно. 35 кораблей и армия небольшая. И это очень мы хорошо здесь выступили. Так, оккупировали. Сюда не можем, сюда можем. Давай, 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 давай. Травленная скала. 9 коней погибло, питаясь ядовитой травой. Еще двое были в настолько плохом состоянии, что их пришлось бросить. Это проклятое место кишит ядовитыми тварями, и конкистадор уже жалеет, что разбил здесь лагерь. Крупное скальное образование служит отличной защитой от суровых ветров. Но отравленная скала, как назвал ее конкистадор, неподходящее место и для зверя, и для человека. Идите пешком, если придется. На один год будет действовать модификатор «Ядовитая скала». Скорость передвижения вражеских армий минус 50%. Куда ты идешь? Осада завершена. Все, мы взяли столицу. А, теперь они согласны на мои требования. Еще одну? Нет. Деньги? Нет. О. Просто я боюсь, что если я не подпишу с ними мир на тех условиях, на которых мне это нужно, Каракаюнлу опять подпишет мир на тех условиях, на которых мне не нужно. Так что... Так, что мы здесь можем получить? Дисциплина наемников, влияние блокады на осаду. Вот давайте влияние блокады на осаду возьмем. Чтобы они разорвали союз с Тунисом, потому что Тунис очень неудобно атаковать, а мы его атакуем. Ой, какая красота. Тогда давайте подождем. Если мы сейчас сможем у Туниса еще что-нибудь отжать, это будет прям замечательно. Хотя бы один форт. Так, тогда стой, ты тогда сюда. А если мы еще и здесь отожмем? Но тоже нужно вовремя поймать момент, когда...
до того, как Каракаюнлу подпишет мир. Бескрайнее и безграничное море, в отличие от войн на поле боя, взывающий к чувству долга и стремлению прославиться. Чего? В отличие от войны на поле боя, взывающей к чувству долга и стремлению прославиться, море зовет к себе тех свободных душой людей, кто не обременен подобными качествами. Старые моряки пересказывают истории о хождениях по океанам и экспедициях русских флотилий в прошлом так, словно это были приключения. Примечательные места и события остаются в памяти. Жертвы забываются. При таком наследии стоит ли удивляться, что русская молодежь грезит о морских просторах? В прошлом году многие из них записались на флот. Часть из них может окончить свои дни на морском дне. Но те, что вернутся, вне всякого сомнения, вдохнут новую жизнь в истории и легенды. Мы пишем наследие, чтобы вдохновить, что вдохновит грядущие поколения. Число моряков увеличится на 1924. Кстати, про флот. Надо его расширять. Так, здесь взяли. О, это не мы взяли, это Чагатай взял. Окей. Сражение за Синалуа. Так. 14. Разоблачили джаунпурского агента. Честные русские торговцы. В то время как многие торговцы обманывают как своих сограждан, так и иноземцев, в сравнении с ними русские купцы славятся своей порядочностью. И хотя они могут время от времени заключать сделки, которые приносят им выгоду, в ущерб интересам торговых партнеров, они редко лгут или берут взятки, и это дает нам приоритет в международной торговле. У нас самые лучшие предложения. Зачем нам лгать? На 10 лет... Модификатор торговцы, заслуживающие доверия, глобальное торговое влияние плюс 10%. Класс. Фландрия, прекращаем улучшать отношения. Хорошо. 21-27. Дистанс. Улучшить. Иксант Драконес. Над рекой возвышается скала с почти стершимися изображениями, но все же на нем еще можно различить очертания шестилапого чудовища. Туземцы поведали нам историю о победе их предков над драконоподобным монстром, но некоторые из них утверждают, что этот рисунок – предупреждение, и мы не смеем идти дальше. Единственное, на чем настаивают все без исключения туземцы – они должны обстрелять этот рисунок из всего имеющегося оружия. Давайте побережем припасы, военные очки плюс 50. Поддержим их в войне с чудовищем. Административные очки плюс 50. Административные возьмем. Здесь две осады, и там еще одна осада. Франкфурт. Прекратили улучшать отношения, отозвать дипломата. Так, вот тебя надо забрать уже, да? А, я, наверное, тогда просто забыл, не ту кнопку нажал. Наши отношения уже улучшаются на 100. Окей. На 100 тоже надо забрать. На 100 забрать. Тринадцать, 37, 20, 2,5. В Гамбург отправить. Военный счет. Нам не нужен дипломат. Так, это не конец войны. 5 дней. Мы успешно обратили. Окей.
Влиятельные члены нашего правительства обеспокоены некоторыми предложениями по изменению государственного управления. Они требуют остановить эти возмутительные реформы и положиться на старые, проверенные методы. Разумеется, они не уточняют, как изменения повлияют на их положение в обществе. Принять требования минус 50 административных очков, игнорировать минус 10% престижа, убедить их в необходимости проводимой нами политики, дипломатические очки минус 5. Одно из следующих условий. Петр I, законодатель, харизматичный, либо убедительный. Ну ё-моё! Я ничего не получил. Два дня мне оставалось. Я бы мог взять у османов кучу территорий и денег. Так, о чем они договорились? Держава Османской империи уступит провинции Каракаюнлу. Уступит провинции Кума, Укек и Канадей России. То есть я все-таки получил три провинции. Где? Кума, Укек и Канадей. Таких нету. Элиста. А, три провинции, которые у них были на моей территории. Ну ладно, хоть что-то. Держава Османской империи освободит державу Менше, Мария и Черкесия как независимое государство. Пока действует перемирие, бла-бла-бла. Россия получит 34 дуката, 38 престижа мы получаем, 24. Окей. Потеряли Касус Белли, получили Касус Белли. Черкесия. Каракаюнлу гарантирует твою независимость. Каракаюнлу меня очень расстроили. Очень расстроили. Прямо очень-очень расстроили. Отгадай, что с тобой будет. Так, если ты здесь зайдешь на нашу территорию, то тебе придется делать вот такой крюк. Давай вот сюда. Сюда. И вот сюда. Вот таким маршрутом. О, как я придумал, да? Так, что у тебя не хватает? Две артиллерии и 6 пехоты. Закончились стрельцы, закончились. 5, 6. И 2 артиллерии, да? Да. Через союзников у нас есть право прохода? Нет, надо его отдельно запрашивать. Mm.
Так, 2 года. Окей. Окей. Здесь сражение. О, мы можем земли конфисковать. Конечно же, мы их конфискуем. И можем продать. Получив 2400 за это дело. Спасибо. А, давайте выплатим кредиты. 2500. Две с половиной тысячи кредитов, 8 монет процентов. Хорошая ставка, мне нравится. Каин, блин. Я давайте у вас еще и денег возьму, наверное. Стоп, пахмани. 230. 230. Нет, это... 145. 2800. 3300. Так, кто у меня еще? Бахмари, Каракан Юнлу и этот, Бургундия. Бургундия, Бургундия. Ууу, Францию тут опять нагнули. Моряки, спасибо. Австрия. Минус 123. Агрессивное расширение опять увеличилось. Да, потеряли сразу. Сразу кучу голосов потеряли. Констанц. Так. Саксония. Ты будешь голосовать за Померанию? Бранденбург. Ты будешь голосовать за Берг. Рир. Богемия. Подожди, Богемия что, до сих пор не объединилась с Польшей? 99%. Тюрингия. Давайте с Туринги улучшим отношения. И с Любеком. Окей. Экспедиция завершена. Касус Белли с Каракаюнлу и Черкесией. Больше не претендуем на кучу провинций. Этот флот теперь здесь. Экспедиция, Африка, Южная Америка, Северная Америка. Давайте Африку. Окей. Что ты тут встал? Тебя отправил не сюда. Конгра. Колониализм против португальской Колумбии и испанской Бразилии. Мы лишились Касус Белли освободить курфюрста с державой Польша. Все, они наконец объединились. 259. Право прохода нет. Так, у тебя не хватает двух и артиллерии. У тебя не хватает артиллерии. Тебе я уже строю.
тебе полная не нужна. Потерян Кассус Белли с мамлюками. Меньшинства стекаются в колонию. Так называемые пилигримы, исповедующие реформатство, стекаются в колонии, желая избежать последствий преследования на религиозной почве. И конкретно Восточный Тимур больше всего привлекает внимание пилигримов провинции реформатства. Они дики и безбожны, и скорее всего в колониях изгинут. Тем не менее, они уже заручились поддержкой многих поселенцев и нашли себе новое место в этих далеких землях. Туземцы с ними разберутся. Население провинции Восточный Тимор обратится в реформатство. Новой культурой провинции Восточный Тимор станет московская. Численность населения в округе Восточный Тимор увеличится на 400. На... как это получается? 6? На 24 года будет действовать модификатор религиозной миграции. Местная эффективность миссионеров минус 25%. Либо они не часть нашей колонии или страны. Будет действовать модификатор принуждения к единству на 10 лет. Местная эффективность миссионеров плюс 3%, местная стоимость содержания миссионеров минус 50%, численность населения в округе Восточный Тимур, уменьшится на 100. Мы уже почти стали полноценной территорией. Кстати, я, по-моему, могу здесь отозвать, да, этого колониста, и оно продолжит развиваться уже без него. О, колонист просто увеличивает, он дает старт и увеличивает количество вот этих вот поселенцев. Вроде бы так. Ну ладно, пускай разберутся. Мы получили полную колонию. Отлично. Московская культура, реформатская религия. Торговая компания. Так, колонист у нас освободился. Вот один день. Одиннадцать. Ты погаси повстанцев. Есть разрыв союза с Каракаюнлу. Радуйтесь, если вы доживете до этого. Так, религия Терек, православие. Инквизитор третьего ранга с 50% скидкой. У нас уже есть инквизитор третьего ранга с 50% скидкой. Барнаул и области Иртыш принадлежат России. Административные очки плюс 50. Любая провинция во владении, провинции производит фарфор, есть порт. Провинция находится в субконтиненте Китай. Годовой доход от налогов плюс 10 монет. Выбрать предложение казаков. А, так, Акмола принадлежит России. Китай производит фарфор, есть порт. Субконтинент. У меня там пока нету таких территорий вообще. Кстати. Кстати. Это мне напоминает о том, что сюда нужно войска направить.
Но сначала Аркаракаюнлу. Блин. Иртыш. Аксары. То есть в любом случае это Чагатай. Стоп, кто? Кам? А, Кам это эти ребята, Джаунпур. Наверное, Терек придется взять. Двадцать два месяца. Окей. Право прохода нет. Два года еще. О, обратили Чаубиси Райджа. Не претендуем на провинцию. Япония. Так, Терек. Понеслась. Растет спрос на товары миниатюры. Наши усилия по наращиванию прибыли в области Трансоксания стали приносить плоды в провинции Самарканд. Производители смогли значительно нарастить производство товаров и готовы выложить миниатюры на новые рынки сбыта в столице. Базовое производство округа Самарканд увеличится на 2. Великолепно. Где там моя армия? Идет. Военный союз от Сербии. Принять. И династический брак. Надо будет улучшить отношения с ними еще. Так. Минус 7,3. Улучшить. Так, и с кем еще? Вордсбург давайте улучшим. Я так смотрю по карте, кто покрупнее, и с ними улучшаю. А Бургундия часть империи? Часть империи. Дать статус курфюршества можем. Они же наши союзники. Стоп, помирание моей религии. Почему я не могу дать им курфюршество? Разгневанные отношения. Давайте улучшим отношения. Три голоса за меня. Иван теперь, наш наследник Иван теперь фанатик. Если этот человек будет править державой Россия, это даст нам эффективность миссионеров плюс один. Неплохо. Так. 15, 2, 13. Ну, в принципе, неплохо. Так, 7, это здесь. Окей. И мы ждем. Так, успешное обращение Макванпур. Хорошо. Можно обратно автоматизировать этот процесс. Окей. А, Гаслар просит о помощи с восставшими дворянами. До нас дошли сведения, что вольный город Гаслар борется с землевладельцами, которым не нравится статус Гаслара в качестве вольного города. Государство просит нашей помощи, чтобы противостоять дворянам и заставить их принять светское правление бургомистра Пола Херцбурга, лишенное королевских титулов и привилегий. Так,
потратить дипломатические очки и получить отношения, либо уменьшить авторитет. Нет. Мюнхен. Потом у нас еще Мюнхен и Майнц. Майнц. Я вас могу присоединить, в принципе. Но мне для этого нужен... Интеграционная политика бояр. Стоимость дипломатического присоединения минус 5%. Ежемесячная модернизация минус 0,05%. Желание свободы в субъекте плюс 15%. Будет убран штраф к дипломатической репутации аннексии вассалов. Берем. И Майнц. Присоединить. Потому что иначе штраф это минус 3 к дипломатической репутации. Что не есть хорошо. Там саксанские повстанцы. Прекращает экспедицию. Почему? Больше нечего исследовать. Упс. Второе я закрыл случайно. Офигеть. Так, а это наша? Наша. Тебе нужно, чтобы тебя вторая эскадра отправила вот сюда. Ой, вторая эскадра. Белый эскадрон. Ты оттуда выбраться не сможешь. Так, а кто у нас тут? Новая Испания. Просить проход войск. Нам нужен дипломат. Констанц. Военная коалиция. Гаслар покидает коалицию. Трансаксания. Сепаратисты взяли контроль. За ними уже идут. Так. Кистадор, стой. Ну, ты ладно. Новая Испания. Просить проход войск. Есть. Аут. О, еще одна мне прибыла. Тебе нужно сюда. Черкесия. И потом Каракаюнлу. Магдебург прекратили улучшать. Позвать дипломата. Так. Ну, в принципе, когда эта армия подойдет, можем начинать войну с Черкесией. Каракаюнлу расторгли военный союз, заключенный с нами. Вообще пофигу. Я бы даже сказал, хорошо. Каракаюнлу больше их не гарантирует. Нарушение перемирия. Будет кровь. Португалия против Хайда. Так, выплатить не могу. Я уже все выплатил. Год осталось, да? Четыреста десять. Шестьсот. Окей, берем идею. Цена административного советника минус 25%.
учредить совет по административным вопросам, чтобы усовершенствовать и улучшить наши бюрократические возможности. Что окажет на нас следующее влияние? Цена административного советника минус 25%. Хорошо. И нам хватает на технологию. Хорошо. Перемирие между нами и Любеком подошло к концу. И Мюнхен... Между нами и Мюнхеном тоже подошло к концу. У нас было перемирие с Мюнхеном. У нас может быть перемирие с нашим миньоном. Сражение за Самарканд. Крымские сепаратисты. А Польша объявила Россию своим соперником. Не вопрос. Провинции скорбят по автономии. Политика централизации привела к тому, что жители многих провинций стали говорить о недостатке автономности. В воздухе появилось предчувствие восстания. Пусть восстают. Беспорядки провинции Тверь увеличатся на 10. Сейчас минус 17. Пойдем на уступки. Нет. Так, это все. Что у нас, кстати, с автономией? Не можем мы ее уменьшить. Здесь у нас тоже ничего нет. Терек... процессе. Черкесия, объявить войну. Ок. Продолжить муштру. Продолжить муштру. И сюда. Армия Финляндии прекращает экспедиции. Юнит в изгнании. Закрыли нам право прохода, что ли? Нет. Тогда почему ты в изгнании-то? Логика. Так, ты... Кто у вас в союзниках? Никла. Мушаша. Отсутствие Casus Belli всего лишь минус один дает? Мне кажется, он дает штраф больше. Хм. Так, а вы кому-нибудь гарантируете безопасность? Нет. Бухара. Пора. Пионскую сеть. Так, ты здесь не помещаешься. Ты нигде не поместишься. Разделим тебя пополам. Отправим сюда. Отправим сюда. Сражение выиграли. Сейчас захватим столицу. Бояре теряют влияние. Будучи как влиятельными землевладельцами, так и традиционным воинским сословием, бояре в последнее время потерпели ряд неудач. Их внутренние распри и нескоординированность привели к тому, что бояре утратили свое влияние в столице. Из-за этого многие бояре были вынуждены покинуть столицу и вернуться в свои владения. Потеряют влияние 10. Отлично. Ждем января. Деньги. Я забыл построить что-нибудь хорошее. Давайте Нева. Зол. Военный городок нам пока не нужен, а вот казармы возьмем. Обратили Байсирайджа, увеличили престиж. Кассия. Дипломат есть, захватить. Деньги. Принять. Национализировать.
Так. Швеция, что у тебя творится? Ты в союзе, в этом, в альянсе, в коалиции. Ну что, Китай? Так, здесь мы выиграли. А, январь. Ждем январь, я подниму, приму технологию, и тогда на этом на сегодня мы закончим. Одному из вас нужно пройти дальше. И... О, Бухара. А, мы ждем, когда мы получим Касус Белли. Потерян Касус Белли с Джандаром. Любек, прекратили улучшать отношения. Позвать. Так. Кого еще мы будем улучшать? Австрию. Часть национального достояния. Давай, давай, давай. 1 января, пожалуйста. Есть. Прекращаем улучшать отношения с Гамбургом и Тюрингией. Ну и теперь мы не пилатим дополнительные 10% за технологии. Металлургия. Испережение времени в этой технологии даст вам бонусы на следующие 13 лет. Эффективность производства плюс 20%. Годовое изменение коррупции минус 0,05. Ежемесячная модернизация плюс 0,05. Способ получения кованого железа непрерывно улучшался и к началу 17 века превзошел старинный процесс Осмонда. Его производство и в настоящее время специализировано и больше не происходит в том же месте, где было добыто. Благодаря чему железо получается гораздо более чистым и качественным, что привело к развитию других отраслей промышленности. Эффективность производства увеличена на 2%, доступно строительство мельницы. Так, и развитие морских законов. Опережение времени дает нам эффективность торговли плюс 20%, годовое изменение коррупции минус 0,05, ежемесячная модернизация плюс 0,05. Развитие морских законов. Знание — это сила, но как им поделиться? Решением является письмо из далеких земель и почтовое отделение, откуда его можно отправить. Торговая дистанция плюс 20, эффективность торговли увеличена на 2%. Хорошо. Это мы сделали, и теперь мне чуть-чуть не хватает для новой идеи. И еще нужно военную технологию будет поднять. Но все это уже в следующий раз. На сегодня все.